Сегодня я сама не знаю, где, кстати, вот картошка. Смотрите, какой урожай. Чтоб мне говорили, что на Тенерифе не выращивают картошку. Да, кусты, конечно, метровые. Ну, шучу, не метровые, но... Это картошка или не картошка? Ну, похоже на картошку. Картошечка выращивается. Нахожусь где-то в районе Ифончи. Так, а чушь я не посмотрела. Вилафлор 11 километров. Эсперанца 78. Ну да, уже выезжаю. Короче, сейчас пойду пройдусь туда дальше. Посмотрю, что тут почем. Местные виды. Так сказать, тут прохладно, кстати. А я в шорта. Кофту, слава богу, взяла. Кофту надела, уже теплее стало. Сейчас пойду. Да, по вот этой дороге, сами понимаете, 78 километров ехать. По вот этой, она еще там наверх поднимается. Сейчас оцените. Вот эти лимоны. А там апельсины. Дальше. Гляньте, тут все как положено. Сейчас зайду понюхаю. Короче, я рвать не буду. Просто посмотрим, как они хоть растут. Поближе. Так, это домик. Вот это что с машиной, я думаю, их. Вот лимоны. Тряпочку какую-то для охраны повесили от птичек. Апельсины. Это аж апельсины. Я даже не знала, что это. Да. Смотрите, чтоб что-то кору не грызть, зацепили. Еще тут бутылки. Тоже что-то. Значит, ну я не знаю. Смотрите. Какие урожаи. Да, тут Ифончи. Поселение. Камино. Вот там вот океан. Соседний остров сегодня классно видный. Сейчас пойдем посмотрим. Кто-то решился. Смотрите. А ну давайте его проверим. Короче, этот... А он такой какой-то, не знаю, и не твердый, и не мягкий. Интересно, уже поспел или нет? Вот. Но я брать не буду. Мне некуда. Пойдемте еще дальше сходим. Живет кур есть. Все серьезно. Тенерифе, который вы не видели. Сейчас вот там открывается вид на елки, на палки. Тут связи вообще никакой нет. Мобильной. Здравствуйте. Ола Гаинас. Гайос. Ола Киталь. Все, курочки на базе. Идем дальше. Тут ты камину не нужен. Тут просто по дороге обычно идешь автомобильно и камину тебе. Пешеходная тропа. Тут не знаю, как мне вас зацепить. То, что я с бутылочкой. Очень тебя не любят. Когда я вот это их тут снимаю, влажу. Местные. Не сильно. У меня местные кепочки. Поэтому с футбольным клубом. Сейчас. Пойду наверх. Похакаю для вас. Камышки эти елки.
У них иголки очень длинные. Это они горели, когда пожар был. Не тут, а там, где росла. И сейчас я покажу. Я сейчас к этой маленькой ближе подойду. Или дальше пойдем, чтобы не смущать. Тут у них какое-то застолье. Камин. Или как его там, барбекю. Фу. Ой, тут какой красивый вид. Открывается. Мира, мира. Какие пайсахи. Тут мне говорили, что на Тенерифе одна пустыня. Это, кстати, юг. Тенерифе. Еще. Ну, уже так в горы поднял. Да, тяжело что-то. Гляньте, какая шишка. Мадре мия. Ой, ну-ка. Хотела сказать, шишку мы возьмем. Что-то проблема какая-то с видео. Не знаю, получилось, а нет. Гляньте, какая шишка. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Еще не раз видел такой вот домик. Видите, старинный. Половину черепицы обновили, половину нет. Еще с тех времен просто реставрировали. Всех люблю, ценю, уважаю. Ну и до новых встреч. Hasta la próxima vez.